привет, едем на залив смотреть, что там происходит. Говорят, лед уже весь ушел, может быть, осталось что-то. Сейчас выясним. Дима, здравствуй. Привет. Да, не осталось, весь лед ушел. Теперь осталось ждать, когда вода нагреется. И купаться. Ребята, к нам приехал Евгений Пантелейкин Михалыч. Он сейчас в Чебоксарах. В 3 часа дня будет встреча. Вот только что в Инстаграм. Я увидел эту информацию. Едем на встречу с Михалычем. Михалыч, мы едем к тебе. Надо бы купить Михалычу подарочек небольшой. В память о пребывании в Чувашии и Чебоксарах. Посмотрим. Взяли пивасика чебоксарского, фирменного чувашского, всякого разного. Ждем Михалыча. Время уже 3 часа, даже больше. Пока не видать. Михалыч, ты где? Идем на встречу к Михалычу. Я его уже вижу. Несметное количество поклонников, людей, которые его любят, обожают, уже встречают. Бегут к нему навстречу. Смотрите, сколько их. Что-то как-то не так много, как хотелось бы. Но ничего, Михалыч, мы сейчас вдвоем встанем, толпу организуем, зазовем людей побольше. Ребята, как вы знаете, что человек на ютубе? С левой поднятой рукой. Привет, Михалыч. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы типа не хотели на встречу приходить, но сегодняшний стрим Шилы мы посмотрели и решили прийти. Вы же вроде как помирились. Да пошел он нахуй! Мы уходим, да? Михалыч, презентик прими. Чувашское пиво. Как раз, наверное, тебе пригодится сегодня. Пили всякое вчера. Разное. Пили. Ну и как? Сегодня ощущения? Я не пил, Леха пил. Леха пил? Леха, пил. Леха, привет, кстати. Да. Саша Посадский. Леха. Подожди. Вот-вот. Вспоминаешь? Вот, да, вспоминаю. Этот человек был 13 декабря в Москве. Приезжал. Я лицо помню просто это. Блин, я лицо не помню, а разговор помню. Я по голосу его знаю. Так, ребята, подскажите, пожалуйста, где здесь можно посидеть, выпить и поесть? Да я на родину мать не поднимался. Сюда еще поднимался. Я шучу, конечно. Да, они самые. Вы узнаете этого человека? А где подвороты? Кто? Да, это подвороты. Это Кейт Клэп приехала к вам. Да. Поправилась немножечко. Я сам сюда первый раз поднимаюсь. Еще первый раз в жизни. Так что местный житель называют. На самом деле, это обман века. Никакого паспорта нет. Блин, а я же на булочек скидывался, целых 50 рублей задонатил, а? Что за несправедливость? Скажи, деды воевали, мы тоже, да? Ты сколько скинул? Быстро вспоминай, не посмотри. Что, сейчас с тобой не пускали, помнишь? Вот, точно. А вон Волга, да, получается? Да, вон она. Ты еще не доходил? Нет. Слушай, в Волгограде Волга, здесь Волга. Круто. В Самаре, в Казани. Саратове. Угу. Потому что везде Волга. Да, переезжай. Не, ну на самом деле сейчас просто... Пролетал максимум, наверное, на самолете. Это любимое место, кстати, в наших местах. Все здесь отдыхают. Немного реконструируют. Но как вообще понимаешь? Приезжай как-нибудь, съездим на рыбалку на острова. Да сходить боюсь. Официально на самом деле. Чё представь? Это шутка из бриллиантовой руки. На черной камне с ночевкой нет, заследить боюсь. Нет, можно будет съесть, на самом деле. Лодки есть, моторы есть. Съездим отдохнем на острова. Как получится по рыбе, ну напиться сможем. По-любому. Ну да, все хорошо. Не, ну в золотые пески никого нет. Чистейшая вода на островах. Шикарно. Я, кстати, сегодня блок не такой, как бы, такой план, как у тебя. Ну, рыбалка, круиз, охота, ну, что-то вот с этим. Больше такой нет. Но смотрю ваши... Не следующий вопрос.
Михалыч, а что, трудно было ссылку на этот канал разместить внизу? А нет, не трудно. Ссылка внизу. Не, мне вообще как бы, я не стремлюсь. Я вон ты твою ссылку хочет разместить. Я понял, я не стремлюсь, говорю, за подписчиками, что такие. Просто как бы есть. Я вот тоже, я за подписчиками. Я в основном за подписчиками стремлюсь. Побольше, чтобы подписывались. Так. Да нет, короче. Кто там? Кто там сказал? И вот еще один канал. Еще один магнитик, во-первых. Канал это ладно. Александр Посадский меня зовут. Канал, да, местного производства. Да. Вот, кстати, круто. Да. 1469 год. Первое упоминание о Чичмаксах. А почему не 1488? Вот черт его знает, а. Да, не дотерпели, точно. Неуместно пошутил, конечно, ну да ладно. Короче, ребята, скажите, пожалуйста, сейчас что дальше будем делать? Михалыч, с тобой больше делать нечего. Ну как так, а? Этот канал Редисон, типа, не приду. Нет, сегодня с утра посмотрел, приду. Помирились. Да мы поссорились уже. Вам не надоело мириться? Ну что, можешь пивасик открыть? Заговорил. Ну как, понимаешь, главное движение. Сюда-сюда и... Туда-сюда, обратно тебе именно приятно. Да. Все правильно. Ладно, ребят, короче, пойдем сейчас искать присесть. Куда можно. С языком друг другу. Все. Стрим прошел 3 часа. Я лег спать. Они тоже хотели, чтобы был пассивный доход. Когда я, на самом деле, когда я сплю, идет доход пассивный. Да. Вот. Они тоже хотели. Но Леха пришел, закрыл этот ноутбук. Вот. И когда он закрыл, им там донат пришел 15 тысяч. И вот и все. Вот такая краткая история обо мне. Вообще бытует такое мнение, на самом деле, что вы с Митяем. Все это как бы какой-то был такой прям некий сговор разрыва вашего, твоей поездки в Москву. И что ты на это можешь сказать? Раньше я говорил, что это Руслан Татунашвили. Да. Но на самом деле не хочу его верить, это придумал я. Ну как это, ну это все вот происходит, как сказать, вот, не придумано. Это как есть. Да, ну нет, каждый человек понимает, что нужно преувеличивать, нужно, чтобы вот, усиливать, да, вот это все, там эмоции, там, это есть, да, то есть все это усиливается. Оно, в принципе, это все яйца выеденного не стоит, так происходит. Кучаны. А, ну совсем Красноярск. 16 часов в Красноярске. Ну вот я говорю Красноярск. Да и Шкаралы ближе. И Шкаралы вон он зовут. Что-то вьешь, приедешь, не? А вот. Пока не выпьешь. Смотрите в Инстаграме. Да, да видишь, план какие там на ближайшую неделю. Я хочу в Мордовию сидеть. Мордовию? Красиво, девушки? Очень. Я уже это, кстати, отметил на видео. Перебрались в пиццерию, перекусить, покушать. Это водка с моралью. Нет, красное что-то. А? Красное что-то. Да. Ну, все хорошо. Держись, да? Магеть, конечно. Даже Михалыч смотрит. О! Ой! Да. Ты же неплохая штучка. Ты сам дозвонил? Ну, как бы... Связи, да. Раствор, да? Ну, ребята, скажите. Что же вы делаете? Болотце засосало вчера. Я сам в Москве 11 лет прожил в свое время. Вернулся сюда года 3 тому назад и все, никак не уеду. Не будешь? Ну, в одиннадцатом году. Ну да, 5 лет ушло. Обалдеть, а? Время как быстро летит. Я вот тоже думаю, вообще практически устал переехать. Все, кто приезжает, что-то хорошее, да. Здесь очень-очень хорошо. Здесь жить очень замечательно. Нет, здесь тихо, спокойно. Во. Если зарабатывать так же и жить здесь, вообще нормально будет. Самое главное, что тихо и спокойно. Это вот единственный город, где я вечером, ночью, утром
и днем. Скажу, пока они здесь не академика, ВДВшники отпиздили. Ну то извини меня, он 2 августа приехал и еще приперся на в самый центр. Да и ВДВшники были не. Да, да, да. Ты видел, да, ты историю знаешь. Че это, кто это? Академик. Все, кто приезжает в Москву, всегда говорят, я здесь остаюсь жить. Но воспоминания потом у всех, кто уехал, все в город, очень так позитивные. Не-не-не, да вы что, я не с первого момента, как я приехал, да, называется самый ламповый, пожалуй, самый ламповый город в этом городе. Серьезно. Ты еще не видел, наверное, всего того, что здесь есть интересное. То есть, есть у каждого есть такие места, где, то есть, где ты должен побывать, где кто-то близкий должен там побывать. Если ты будешь во всех этих местах, хочется не приезжать к этому. Точно заказывал, нефильтрованно. Я поэтому и говорю, то, что приезжай летом, сделаем тебе такую природу, эти планы. Катаемся на катере, на острова, в голые женщины, белый песок, яркое солнце, чистейшая вода. Да, застудить будешь, как это. Сейчас Михалыч выпьет чумашского пива, скажет да, свой вердикт. Так он говорит, вчера его. А ты вчера скажет? Нет, ну пил. Скажи, а чумашский виски пил. А какой чумашский? Это неплохой. Это, по-моему, просто банка другая. Так, по-моему, светлый. Ну что, ребята, давайте поднимем этот бокал. Бокалище. А? Бокалище, да. В честь хорошего праздника 17 апреля. 17 апреля. Алкаш, алкаш, вот, да, чисто помню. Еще, все хорошо. Ровно через месяц мне этого. Вкусненько. Как можно пиво пить? Ну не, ну правда, вкусненько. Я эмоций никаких вам больше не скажу, но очень вкусно. Давайте. Слава. Сырный, да? Да. Ну даже соус. Или нужно вот так вот? Нет, я не знаю, просто такое непредвзятое мнение человека, который как бы первый раз пробует пиво. Давайте вам. Ну как ты можешь, Михаил, как ты можешь? Вот, эмоции пошли. Слушай, ну это, пожалуй, лучшее пиво то, что я пил. Как его у вас тут готовят? Ну, специально для... Леха, ты почему меня не предупреждал, что у вас такое вкусное пиво есть? Я предлагал себе. Почему я отказывался? А с Кириллом можно найти при желании? Блаженов, я нет? Все, я его все скуплю в Москве. Ну что? Так, ну все. Так надо. Кто за рекламу заплатит за пиво? Букет Чуваши. Мешков Олег Вадимович. Ну да. Лучшая рыбалка, да, по Москве. Пожалуй, лучше. Да, пожалуй. Так, ну что? Двигай потихоньку. Да, я просто не успею там иначе. Так, у тебя контакты Алексея есть? Ну, ВКонтакте там добавлены друг другу друзья, но это ни о чем не говорит, собственно говоря. У Алексея есть контакты, Женя, да? То есть, в любом случае, Жень, мое предложение принимай как официальное. То есть, летом, если отдохнуть, день-два вот так выдаться, то есть, самое главное, помогут. Я все равно в Чебоксарах жить буду. Не, ну смотри, если будешь жить, то... Будем дружить, будем чаще встречаться, отдыхать, познакомимся с хорошими людьми, нужными, ненужными. Ребят, ну все, мы ушли со встречи с Михалычем, очень понравилось. Михалыч, привет тебе еще раз. Едем домой, вернее не домой, по делам, поэтому и ушли, потому что дела нужно делать, а не сидеть, отдыхать. Когда есть возможность, тогда и отдыхаем. Все, ладно, подписываемся на наши каналы. Дмитрий Андреев, Александр Посадский. Всех ждем в гости на наших страничках. Всем всего наилучшего. До свидания. Куда ты погнал? Да. Такие же неописуемые ощущения. У-ху! Перегрузки космические. Все, до свидания. В красивой машине с мощным мотором. Лимузин удлиненный. Элка. Спина уже запоршмачена.
пришел получать еще одну посылку.